Предусмотрено два положения зеркала для движения днем и для движения ночью для обеспечения хорошего обзора сзади автомобиля. Регулировка зеркала заднего вида следует выполнять, когда она находится в дневном положении. Зеркало заднего вида может быть отрегулировано как в вертикальной, так и в горизонтальных плоскостях. При движении в темное время суток внутреннее зеркало может быть установлено в ночное положение, чтобы уменьшить слепящее действие фар, движущихся сзади автомобилей. Для этого предусмотрена ручка. Для того, чтобы перейти в режим ночь, нам необходимо ручку повернуть направо. Для того, чтобы перейти в режим день, нам необходимо ручку повернуть налево. Такую регулировку заднего вида следует производить только в дневном положении. То есть, если мы хотим отрегулировать зеркало, мы из режима ночь переходим в режим день, регулируем уклон, который нам необходим. В положении регулятора режима ночь зона обзора в зеркале уменьшается, поэтому не рекомендуется располагать на полке за задним сиденьем предметы, которые могут уменьшить зону обзора через внутреннее зеркало. Так как в режиме ночь зона обзора в зеркале уменьшается, для езды днем необходимо регулятор возвращать в дневное положение, чтобы улучшить обзор. Всякий раз при ослеплении водителя светом фар мы обязаны включать кнопку аварийной сигнализации.